знаете, какая у меня ситуация бывает больше всего? Ты полила говном одного, второго. Как ты можешь, дорогие мои? Ни одного, ни второго я не поливала говном до тех, пока они меня не предали. Я не поливала говном, я просто сказала факты, то есть тех ситуаций, которые происходили в моей жизни. Это было по факту. Это эти люди совершали эти поступки. Поливать говном – это когда придумывать о человеке то, чего не было, понимаете? А когда ты в ответ говоришь на боль, на предательство, то, что было и то, что ты прощала, то, что ты принимала, это не означает поливать говном. Поэтому не нужно путать эти две разные вещи. Поливают говном еще раз для вас, повторюсь, запомните себе на носу, зарубить, на лбу, нарисуйте, я не знаю что. Когда оскверняют, когда выставляют человека не тем, кем он является. А когда говорят по факту те ошибки, которые человек совершал, ну, извините, это было. И это я делала только после того, когда люди предавали первую меня. Я не собираюсь, знаете, меня некому защитить. У меня нет смелых людей, которые смогут за меня подстоять. И когда вот такая жизнь происходит ситуация, я не могу молчать. Почему я должна молчать? Да, я говорю, как было. Это их ошибки. Это их оступки, это они мне боль принесли. Так пускай свою боль искупают, извините меня. Я никого не унижала, не оскорбляла, не обижала. Я всегда поддерживала, ценила и до последнего всем верила, пока они не оступились, а я лишь ответила за ту боль, которую они мне причинили. Вот и все. Спасибо. Сторис просто не хватает всем записать опять. Последний ответ. В плане прощения Руслана. Да, я жду, это моя семья, это мой ребенок, это его чувства. Я вижу, что из-за этого он не реализуется, из-за тех моментов, которые сделал Руслан. И пускай, пожалуйста, тоже отвечает за поступки. Это не поливание говном. Это человек сделал больно. Я считаю, что он должен ответить за эту боль. Он должен разобраться с этой болью. Он несет ответственность за ту боль, которую причинил. Почему я должна закрывать, скажите, пожалуйста, на это глаза, на свою внутреннюю эмоциональную, там, свое внутреннее эмоциональное состояние, на состояние моего ребенка и так далее. Я серьезно говорю, все были в шоке, когда это произошло. Вика, ведь у вас все так прекрасно с Русланом. Почему? Да потому что я все это держала в себе и решала это все в семье, понимаете? Я не выносила ссоры из избы. А сподвигло меня на это предательство, которое, за счет которого я не смогла молчать. Сказала, что да, вот это было, а это меня еще и добило. Вот и все. Все, всех пока, всем пока. Я поехала. Да не собираюсь я унижаться, просто я говорю то, что у меня внутри происходит, то, что я чувствую. И все, почему я что, не имею права высказать свои какие-то обиды и не имею права получить на них какие-то объяснения? По-моему, я более чем имею на это право и заслуживаю за столько лет работы над этими отношениями. Почему я должна просто так все это выкинуть со своей головы? Я вот этого не понимаю. Хочу проработать обиды, чтобы они потом в дальнейшем не повторялись. Этот человек сделал мне больно, пускай будет добр, да, иметь уважение и сделать так, чтобы я забыла, простила и отпустила. Это его вина в первую очередь. Он первый сделал больно, что один, что второй. Я лишь дала ответ на эту боль. Все. Пока.